Сэр, добрый день, приветствую тебя. Добрый день. Поздравляю вашу с командой с первой за 2,5 года победы над сильным, очень опасным оппонентом. За счет чего нашли к нему ключ? Большое спасибо. Я думаю, факторов было много, но основной фактор это все-таки ментальная составляющая, характер Петра, его способность преодолевать трудности, перестроиться по ходу боя. Я думаю, это был ключевой фактор. Ты можешь для себя отметить момент, когда ты понял, что вот Петр начал переламывать? Это когда начали залетать эти апперкоты или чуть раньше? Да, вот момент, как только первый апперкот вылетел, это было понятно, что Петя разогрелся, Петя расслабился, так сказать, дал волю своим комбинациям и раскрылся, да. То есть, кто следит за его боями, часто знает, что у Пети тоже такой бывает момент, когда он ловит кураж, и такого Петю сложно остановить. Саят, а ему это кто-то подсказал из углу или он сам сориентировался? И вообще вот здесь в чем фишка, почему именно апперкот? Потому что он раскачивался, он как-то, вот я не совсем понял, почему именно Петр такое решение нашел. Ну, было место подсказки из угла, насколько я слышал. Ну и плюс Петя тоже сам эти моменты очень хорошо видит. Все мы знаем, что очень часто для первый раунд для Петра такой разведывательный. Он собирает информацию и потом начинает уже использовать эту информацию против соперника. И поэтому стиль Петра очень подходит для 5 раундов в боях. Но и здесь в 3 раундах у него получилось тоже раскрыться. Сет, вот что сразу мне бросилось в глаза в первом раунде, вот Петр очень так явно реагировал на финты. Может быть, это какой-то посттравматический синдром после этих 49 попыток Мераба, я не знаю, но ты сам обратил на это внимание, как ты Да, Петр. конечно, он очень явно велся на попытки Сонга именно поверить в его тэкдауны. Я думаю, это больше связано с травмой ноги, то есть он берег ногу, поэтому максимально пытался избежать всех этих скрэмблов, борьбы в начале поединка, потому что все-таки был риск, что все может пойти намного тяжелее, если травма обострится. Поэтому он просто берег ногу, пытался избежать, минимизировать риски, ну и тем самым, конечно, чуть-чуть явно велся на финты Сонга. Друзья, в этой небольшой паузе хотим рассказать об акции партнера нашего канала. Сегодня для всех новых клиентов доступна беспроигрышная ставка до 3000 рублей. Для участия зарегистрируйся с промокодом SAVE3 и сделай ставку до 3000 рублей. Если ставка не сыграет, наш партнер вернет всю сумму на внутриигровой счет. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, ставьте на своего фаворита и не забывайте про промокод SAVE3. Всем удачи! Мне очень нравится вот этот тейкдаун Петра, сумасшедший во втором раунде, когда он это зашагивание делает, очень быстро меняет уровень. Ты, наверное, в зале много раз эту фишку видел. Откуда она у него вообще взялась? Он, наверное, любого посадить так может, да, с этой штуки. На самом деле, да, у Петра есть такой арсенал разных нестандартных, можно сказать, даже тейкдаунов. И очень многое зависит от тайминга. Именно. Если он вовремя их делает, то это всегда очень эффектно получается. И не могу сказать, что точно такой же, но такие похожие тейкдауны он еще начиная там с 16-17 годов в зале делал. То есть почему я часто в интервью говорил, что ну, мы еще не увидели полный арсенал Петра, не увидели полный потенциал, потому что, допустим, на тренировках я вижу часто, какие вещи он вытворяет, делает, но в боях это еще ни разу он не показывал. И поэтому именно так я и говорил. С другой стороны, вот немного Саят тревожит, что вот когда Петр защищается от входа в одну ногу, он по-прежнему отдает вот спину всегда. Это вот какая-то особенность его биомеханики, или он не боится отдать спину? Честно говоря, сложно мне ответить. Это тоже какие-то, может, мышечная память, какие-то привычки, наработки. Я думаю, все это исправимо. В этом поединке тоже были ошибки. И Петр человек, который работает над своими ошибками, всегда пытается научиться чему-то новому. Поэтому я думаю, это исправимо и зависит от соперника тоже. Но здесь, в принципе, опасности не было даже, когда он отдавал спину. То есть Сонг — это не тот соперник.
с которого нужно прям сильно было опасаться этой позиции. Сайт, вот если брать за золотой стандарт формы Петра, его выступление с Кори Сенхагеном, я думаю, ты согласишься, это была, наверное, его лучшая форма. Вот сколько у него сейчас в процентах от той формы? 80, 70? Знаешь, это все сложно так говорить в процентах, гипотетически гадать. То есть очень много факторов. Здесь была не самая лучшая форма Петра. То есть так он победил, я думаю, можно открыто говорить уже о каких-то сложностях, которые были. То есть за месяц до боя на спаррингах, я присутствовал тоже на этих спаррингах, он повредил паховую мышцу. Он серьезно повредил паховую мышцу. И на самом деле вплоть до недели до боя, то есть тренер, да, Кайрат, там тот же спарринг-партнер Никита Михайлов, я в том числе, там, я уже не говорю там про родных и остальное, мы больше склонялись к тому, чтобы бой перенести, да, именно сняться с этой даты. Потому что все-таки не хотелось повторять прежних ошибок, как это было с Миравом, выходить, так сказать, скомпрометированно. Но Петр именно ни на капли ни разу не сомневался, и что к моменту боя она его не будет тревожить, да. Но из-за этого весь этот последний месяц он не спарринговал, он то есть вообще не нагружал ногу никак, мышцу паховую свою не нагружал, то есть не боролся. То есть он пытался поддерживать просто форму, свою физическую форму для трехраундного поединка. Вот. А до травмы, то есть подготовка вся строилась тоже. План был на то, чтобы очень много бить ногами. То есть много было работы с резиной. Ну, про это лучше сам Кайрат расскажет, если будет интервью давать. То есть пришлось перестраиваться. И, ну, сам ты понимаешь, ментально после такой серии неудач и опять сложности такие появляются, насколько нужно быть сильным духом, характером, и это все преодолеть, переломить, при этом, несмотря на травму, показать хороший бой. И учитывая из-за того, что вот у него правая паховая мышца была травмирована, да, последний этот месяц нагрузка сильно была на левую ногу. И случилось так, что в первом раунде у Пети колено дернулось. То есть мы видели моменты, что он очень нестабильный был. И пытался перестроиться, менять стойки, найти вот этот баланс, да. То есть, опять-таки, у него была травма паховая. И, скорее всего, травма колена в первом раунде, это, скорее всего, мениск, может, еще, но это уже после МРТ будет видно. То есть, по ходу боя тоже были трудности, пришлось перестраиваться. Сет, а план был, вот, как он, как Петр бьет с левой ноги в корпус, как он бил у Мэйли, да, или именно с правой? Да, план был, да, очень много работать в корпус ногами. По этажам тоже, и в целом, не только корпус, голову, в ноги тоже. Меня еще удивило, Сэд, что вот Петр вот с небольшой такой ржавчиной после поражения, он все равно не дал Сонгу такой ни одной бомбы довести именно в размене, да? То есть все равно Петр видит все, да? Я думаю, это был в каком-то плане тоже защитный мастер-класс, то есть как он защищался, там буквально там, миллиметры, сантиметры не доводил Сонг. И, ну, это было круто, то есть, я думаю, ценители оценили это все. Так сказать, кто разбирается, это уровень защиты, это было, да, действительно классно. Сет, ну и теперь тогда логичный вопрос, что дальше с Петром? Вы сейчас в Таиланд он вернется или в Екатеринбург, и какой соперник вам дальше интересен? Ну, в первую очередь сейчас нужно залечить травмы, и опять-таки мое мнение, почему эти травмы случались, то есть после поединка, допустим, с Миравом был очень долгий простой, где когда Петр вообще не тренировался, он залечивал травму, и, по сути, он вернулся к тренировкам только сразу в лагерь. То есть перед лагерем у него не было там водных каких-то сборов там, и так далее. То есть учитывая, конечно, когда у тебя такой большой простой, и ты сразу начинаешь нагружать организм, то и начинают вылезать эти все болячки и так далее. Вот, поэтому сейчас обязательно залечить травмы, не переставать тренироваться, не делать вот этих длительных пауз без тренировок,
постоянно держать себя в форме, съездить на горные сборы, я думаю, это будет очень полезно. И постепенно посмотреть по датам, какие даты будут подходить. Петр хочет оставаться активным, хочет в этом году еще как минимум 2 боя провести. Вот сейчас самое главное — это вопрос с здоровьем решить. Как тебе выступление Шона Умели в главном бою? Меня, знаешь, что в нем удивляет? Он почти в каждом бою держит точность удара где-то на уровне 70%, но это уникально. Очень точно. Вот как тебе выступление? Честно говоря, мы так в полглаза смотрели этот бой, да, я не могу такой прям глубокий анализ дать. Было ожидаемо, что Марлон Вера удобный для него соперник, который даст ему работать, даст ему показать свои сильные качества. Шон — это высококлассный боец, у которого тоже своя нестандартная техника, очень свои сильные стороны, которыми каждому сопернику будет тяжело. Вот. Поэтому закономерно он победил, ожидаемо, так сказать. То есть его уже можно считать таким настоящим признанным чемпионом. Он не случайный человек на верхушке, как ты думаешь? Я бы не сказал. Все-таки, конечно, победа над Алджи была очень классная, впечатляющая. Но все-таки бой с Петром неоднозначный. Это раз. И Марлон Вера, который абсолютно не заслуживал титульного боя. Удобная защита. То есть хочется увидеть больше. Сэр, вот как менеджер тебя хотел спросить, скажи, пожалуйста, а у Петра не упали гонорары из-за вот этих серий поражений? Или он получает то, что по контракту давно предписано? По контракту то, что приписано, то есть гонорар, он не может тебе ниже стать. То есть если выход за чемпионский бой, там претендентская сумма определенная, и за обычные бои гонорары, они фиксированные идут. Вот. Несколько раз там уже UFC предлагали новый контракт на более улучшенных условиях, но нами было принято решение пока не подписывать это соглашение. Так, последний из вопросов. Как тебе выступление Умара Нурмагомедова? Я думаю, Бигзат тебе знаком как казаху, да? Ты наверняка о нем больше нас знаешь. Почти. Бигзата, да, конечно, Бигзата мы подписали, это мы подписали, то есть изначально. То есть я расскажу, как этот бой вообще получился. За 5 недель до поединка поступило данное предложение. Бигзат ни на секунду не сомневался, сразу согласился. Но тоже были свои нюансы. То есть у Бигзата не было визы. У Бигзата, ну не знаю, как. У Бигзата тоже, да, были там, правая рука была травмированная, да. Но он не сомневался, он не ехал туда там просто за контрактом, он ехал побеждать, да. И как мы видели, был момент, у него была возможность победить. Вот. Визу, то есть получается, как только согласились на бой, сразу стали заниматься визой, понятно, что это процесс не быстрый. И по сути он получил визу только в неделю боя, да, в понедельник вечером он получил свой паспорт обратно с визой. И в ту же ночь вылетел. И он только, получается, во вторник прилетел, по сути, без акклиматизации. Дебют в UFC против топового соперника. Сразу в главном карде, сразу столько внимания. Это огромное давление. Но Бигзат приехал за победой, как я уже говорил. И он парень не такой, который... Понятно, что... Все в такой ситуации могут переживать, волноваться, какие-то свои моменты есть. Все впервые. Первый раз приехал в Америку сразу на такой большой поединок. Но я думаю, задачу минимум Бигзат сделал. Он заявил о себе, завоевал любовь не только казахстанских фанатов, но и в Америке. И тот же матчмейкер, я после боя разговаривал с Шон Шелби, он тоже был впечатлен. И сказал, что следующий соперник будет попроще. Сэд, а что вот у тебя происходило внутри, когда он попал этим правым оверхендом, и Умара рухнул, причем даже висок, это такой смертельный удар. У тебя было вот это внутри, что вот-вот, сейчас он близка победа? Все произошло так быстро, что у меня просто не было мысли. Он попал, это был вау, но потом он Бигзат чуть поторопился, и Умар уже восстановился, и сразу навязал, как сказать, свою игру. Вот.
Поэтому не успел ничего не подумать, не почувствовать, все очень быстро произошло. Ты бы назвал Саят вот на бумаге Умара сильнейшим бойцом этого дивизиона? Вот если взять, сложить все навыки, вот назвал бы ты его сильнейшим на бумаге? Ну, знаешь, есть так, как сказать, тест на глаза, по факту результаты и так далее. Пока, я думаю, рано делать такие заявления. То есть ты думаешь, вот его настроенный именно Петра настолько вот сверхуверенный, он тоже, ну, чрезмерный. Так легко ему с Петром не будет. Он говорит, я ему у него могу забрать спину, там и так далее. То есть вряд ли ему это так Нет, удастся. у него правильный настрой. Это было бы странно, если бы он сомневался, что он этого не сделает. Но что будет по факту, мы не знаем, правильно. И то есть, что было? То есть, до боя, перед своим боем Умар говорил, что ему не интересен этот бой, зачем? Теперь уже, когда Петр подрался, он теперь вызывает его, дату называет. Сет, а у вас бывает вот в личном общении, вы с Петром сидите у телевизора, и тут тебе Петр говорит, вот, да я бы по Умару попал, я знаю, как по нему попасть. Такое бывает между вами? Да, нет, мы так вместе телевизор не смотрим. Так, Сет, три последних вопроса. Мовсар Евлоев тоже на бешеной серии побед идет. Непонятно, насколько высок его шанс подраться вот за пояс в следующем бою против Элита Кури. Мосор, я считаю, вообще абсолютно несправедливое отношение со стороны руководства. То есть то заявление, которое сделал Дана Уайт после его предыдущего боя, что, мол, это был самый скучный бой и так далее, но это абсолютно не имеет под собой никаких оснований. Я считаю, что это был самый лучший бой главного карда того турнира. И все это делается, я думаю, специально. То есть они понимают, что Моссер следующий, но им это не выгодно. Им это не выгодно, чтобы Моссер был президентом, чтобы Моссер был чемпионом. И они пытаются его чуть притормозить. Что в такой ситуации надо делать? Сейчас мы постараемся выбить ему еще один бой и уже еще одна возможность именно своим поединком, своим выступлением доказать, что они не правы, заставить их взять свои слова обратно. И просто самое главное, уверенно также идти дальше, и рано или поздно шанс будет, и я не сомневаюсь, что мозг воспользуется. То есть шанс велик, что это может быть победитель пары Стерлинг-Катар, да? В принципе. Такую возможность я тоже рассматриваю, что да, тот же Артега тоже вариант неплохой. Я считаю, что все это потенциальные бои. Моссер хочет остаться активным, хочет уже в мае, в июне выступить, но здесь уже будет зависеть от готовности соперников. Арман Сарукян, он позавчера попал в крупную медийную историю. Я думаю, ты понимаешь, о чем речь. Арман, вот эта вот девочка, которая рядом с тобой сидит, сколько бы палок ей кинул, брат? Честно скажи. Парочку. Его на встрече там спросили такой вопрос Не про... хочешь повторить вопросы? Просто напомню. Арман сильно переживает по этому поводу, что вот попал в просак, скажем так. Или он не считает, что он попал в просак? Конкретно этот момент я с ним не обсуждал. Такого, но мы с ним разговаривали вообще в целом про пресс-конференцию, в целом мы обсуждали эти моменты. Но не этот момент конкретно, потому что я его только после его увидел. Нет, у меня не было впечатления, что он переживает и так далее. Знаешь, конечно, вопрос был так себе, и ответить можно было тоже по-другому, но цель какая у Армана? У Армана цель быть на слуху. И черный пиар — это тоже пиар. То есть это, так сказать, ситуация не обошла никого стороной, об этом говорят. Вот. Поэтому не стоит сильно на этом зацикливаться. Думаю, завтра уже про это забудут. Сет, и последний вопрос. Джек Делла Маддалена, в которого ты всегда верил, я помню, я у тебя еще года 3 назад про него спрашивал, красиво дел Бернса и вызвал Шавката Рахмонова. Как тебе вот... Ожидаемо, да. Да, вот, Сет, для начала, как тебе вообще стиль Маддалена, за счет чего он побеждает? Вот 2 раунда было непонятно, за счет чего он выиграет, но выиграл. Я, блин, тоже, ну, из-за того, что вот третий бой закончился, мы там интервью, все остальное раздавали, я бой вот так вот отрывками смотрел. Последний бой я не могу точно все сказать. Ну,
Что можно сказать? У него есть сила в обоих руках, он может с обоих рук нокаутировать. Хорошие такой фундаментальные навыки базы бокса, да, то есть он, в принципе, ну, как я видел, Бернс его переводил и так далее, но не смог поймать на прием, то есть он, в принципе, нормально, хорошо защищается. Но при этом, и мы уже видели в последних трех поединках, что он, так сказать, боец не без изъянов, вот. Но у него есть, так сказать, вот это... Хороший тайминг тоже, да, то есть он чувствует эти моменты хорошо. В целом, хороший, крепкий, жесткий боец, который тоже с сильным ментальностью, так сказать. Это более тяжелый соперник для Шавката, чем Джефф Нил, как ты думаешь? Примерно, ну, учитывая, что Джек Делл идет сейчас на хорошей серии, так сказать, момент за ним, и он моложе, чуть-чуть посильнее это будет соперник, чем Джефф Нил. Но тот же, мне кажется, Стивен Томпсон более, допустим, неудобный, так сказать, пазл, который надо собрать, раскрыть. Сайт, а по Шавкату есть ясность, когда он в следующий раз будет выступать? Летом или осенью? Что вы хотите? Шавкат в целом не спешит. Он хочет залечить все свои травмы. Сейчас месяц Рамадан начался. То есть он хочет посвятить время этому. И уже после этого потихоньку, не спеша, вернуться к тренировкам, вот, и самое раннее, думаю, если мы его увидим, это только, скорее всего, в августе. Сэр, ну точно последний вопрос, извини, что задерживаю. Я помню, ты говорил одну такую интересную деталь про Петра, что так как он очень быстро учится, у этого есть минус, он что-то из арсенала и выбрасывает, что работало, но он это выбросил и пошел дальше. Вот есть что-то из его старого арсенала, чтобы ты хотел, чтобы вернулось к нему обратно? Ну, я раньше очень сам кайфовал именно от его тайского клинча, то есть вот эти скрутки, как он сделал, то есть он переводил соперника на канвас, при этом не затрачивал большой, много энергии, то есть и много урона также наносил соперников в клинче, это и локти были с разных углов, то есть вот этот его набор навыков мне очень нравился, и я считаю, что очень эффективный набор навыков, и я думаю, нужно чуть-чуть вспомнить, опять над клинчем поработать. Я думаю, он быстро это вспомнит.